Хай ту ол, это рубило. И сегодня речь пойдет о самой охуительной игре в мире Counter-Strike. Это мое первое видео о ней, ну не считая, конечно, мувиков, которые я лепил раньше. Сегодня я буду играть на паблике, на Дедасте 2, на самой нормальной, мне кажется, мапе, которую смогли сделать разработчики этой игры. И буду играть сегодня за защиту. Не знаю, что за защиту, похуй. Включаем, смотрим. Оу, погнали, наконец-то. Итак, накупим гранаточек, перепрыгнем, оп, не попали, а она зачем стрелять, правильно. Так, входим на Б, тут такую слепу отличную, чтоб всякие демоны меня не убили, пока я тут мышусь. Ждем фраг. Где мой фраг? А вот мой первый фраг, с именем Фрагер, охуенное имя для первого фрага. На, блядь, ну чё, сука, будь внимательным в следующий раз, придурок ты опущенный. Сука, кто там наши хвалит? Сука, сейчас ему, блядь, щи расстреляют. Ебать, он где-то там, вдалеке. А вот он, этот абриганский залупанец. На, по щам. Что ты там втыкал, да? Ха-ха. Лол. Да, пизда-то я эту соску потерял. Ладно, сейчас мы, короче, прорашим. Люблю за контроль врашить, конечно. Лучше это делать за терров. Ну, там терры сидят на базе, писюн чухают. Мы сейчас тут, оп, слепочку вот так вот. Оп, гранаточку. Сука, что это за ботва сонная выбежала на меня? Ты хули там стоишь? Упади, блядь. Сука, блядь, что за безглазая шалава? Слепо по своим кидает, сука, блядь. На радар смотри. А ты вообще отдыхай, блядь. Вот гандон, сука, не могу никак его убить. Гандон, блядь, сейчас тут заныкаюсь, попробую его зарезать. Сейчас мы тут спрячемся, эту ососу местную порежем на шашлычок и пожарим потом на базе своим всем контрам раздадим. Давай, давай, выходи. Да нет, сука, ботинок будет идти через тот обход. Тут, сука. Да ладно, хуй с ним, не захотел идти под нож, получи по пузу, бомж. Ха-ха-ха. Не, вообще, этот сервер, наверное, для нубов, пиздец, блядь. Нахуй я сюда зашел? Тут можно вот так вот спокойно, блядь, выходить на центр, пиздец, и всех стрелять оттуда. Вот так вот, бам, ебать, на, пощам, ха-ха-ха, лох, блядь. Нахуй ты там стал, пиздец, блядь. Ты что, ждал меня, пока я тебя в щи стрельну? Ну, пиздец, блядь. Правда, какой-то дебил мне 20 хп оставил, сука, ладно, сейчас попробуем кого-нибудь зарезать. Блять, а что это за собака выебанная, сука, жопу трёт о землю? Нахуй ты тут всрался, сука, очко ты чёсаная? Съебись там вот в углу и сиди, конченая мразь. Мне тут надо типа зарезать, съебись. О, о, идёт, ебать. Давай, давай. Оп-оп-оп. Тю, блять, это снова Фрагер. Ну что за дурак? Слушай, у меня кумарит уже, весь нож об него испачкал. Блять, ну хоть АВП мне купил в этом раунде, спасибо парню. О, а тут что за сборище анонимных ботов? Что они тут стреляют? А тут, наверное, какой-то про с ними сидит. Надо быть поаккуратнее. Оп. Ну да, короче, там про пиздатый. Я не знаю, как я его убил, там чудом каким-то скилл свой повысил. Не, ну реально, тут на серве нет смысла мне играть дальше, потому что, наверное, меня даже за все время и не убьют, потому что это сделать практически нереально. В смысле, убить меня можно. Но для этих нубов это просто нереально, потому что они настолько тупые, что не поворачиваются по углам, даже не смотрят никуда. Не, я понимаю, что, что повернуться ты рискуешь, что тебя с другой стороны убьют. Но дело в том, что они даже и в те углы, вот которые они, по идее, должны были посмотреть, когда они не повернулись в те углы, по которым надо шарить, они даже туда не смотрят. Не знаю, это ж насколько быть надо конченными. И вот спрыгают, и спрыгают. Куда они спрыгают? Они ж не видят, что я стою с АВП, блядь. Не, понимаешь, что трудно увидеть. Но по звукам же можно понять, что какой-то контр стреляет с АВП. Или это трудно? Пиздец. Вот нахуй сюда шел, пиздец. Иди в обход, ты режь меня, даун. Бля, я что не понял, все ТР закончились? Бля, в натуре никого нет. Сука, что делать? О, о, кто-то ж там шумит, ебать, кто там такой умный, бля, заткнись, нахуй. Угомони свой ебальник. Бля, вот они и закончились. Хм. Ладно, этот сер, короче, пустой, я так понял, тут сплошные нубы. Ну, 15-0 раунд, ну что сделаешь, мне, конечно, было побольше, но там я играл пожестче. А тут просто выходишь на центр, смотришь, какой-то нуб, ну, блядь, ну... Тут проще их убивать, чем посрать в унитаз. Ты посадил свою жопу и посрал, и все. Блять, что на Б никого нет, а? Сюда закинем, может там снова фрагер этот лазит. Зарежем. О, я услышал шаги. Тут кто-то есть стопудово. Сейчас мы его дождемся. Заныкаемся здесь. По-любому все не посмотрит, если это фрагер.
Бля, еще и с бомбой. С кем ты тут был? А, ни с кем. Просто парень пришел, говорит, план ставить не буду. Зачем, говорит. Ну, бля, и снова тут никого нет, а? О, как же тут скучно, пиздец. Люблю мясо, когда там много людей, когда тебя атакуют со всех сторон, ты отстреливаешься, стреляешь там, что без прицела, ужасно там всех сносишь. Тебя там читером называют, банят серва. Да, это дело. Ну а тут что? Тут даже в сей никто не пишет. Да не то, что сказать, там что-то войс, я не знаю. Так, вот тут сейчас аккуратненько выйдем, чтобы ВПшника бам. Ага, тут его даже уже нет. О, это уже 17-й. Давай, мне до 18-го осталось одно убийство. Выходи. Выходи, мудак, я видел тебя здесь, сука. Ебать, я промахнулся первый раз в жизни. Давай. Я должен тебя убить. 18-м будешь моей. 18 это то число, что делится на 9. А 9 мое счастливое число. На, гранаты, взорвись, уебище. Сука, промахнулся, бля. На Б снова никого из наших. Кто-то стреляет оттуда. Ебать! Сука. Пиздец, да чуть-чуть не набрал до 18. Ну, ебаный в рот. Сука, драгу, ебаный урод меня убил, а? Сука, грузино-нигерский выкидыш ты сраный. На, по щам, ебать. Спасибо тебе. Как тебя там зовут, нахуй? Бля, он тут разбирается, наверное. Самый крутой теперь будет на серве. Меня сейчас побьет. Я, блядь, конечно, сейчас выйду после этого. Потому что, пиздец, как так можно было протупить? Я так и знал, что какой-то уебище меня убьет. Сука, аборчище чернобыльское, нахуй. Почему я не повернулся чуть позже? Ну, ладно, хоть раз куплюсь по-нормальному сам, без помощи этого фрагера. Куплюсь я. Так, тут выйдем, тренделенды, бам! Ооо, 18. Вот это самое оно. Ля, там флеш кинул, типа меня заслеп... Ебать. Нихуя себе, меня забанили. Я так и знал, что все к этому идет. Не, ну ладно, на этом надо и заканчивать это видео, на такой торжественной ноте. Запомните этот сервер, сейчас его выделю, можете там прочитать циферки. Я его в конце ставлю видео, конечно, все заходите на него играть, и самый калимый сервер. Если вы нуб или хотите хоть немножко научиться играть с такой же компанией нубов, то пожалуйста, вам туда, потому что тут просто дохуище этих нубов. В общем, это все, что я хотел сказать. Спасибо, что посмотрели мое видео. Оставьте свои комментарии. Если, конечно, вам понравится эта тема, хотя мне много просили сделать видео именно про КС, я не знаю, что тут можно комментировать, потому что и так ясно, что КС самая охуенная игра в мире. И если вам понравится, и вы оставите хороший комментарий, я буду делать дальше. Если же нет, то буду делать про другие игры. Всем вкусных орешков и до свидания.